will introduce the next speaker from our university and at the same time from the State Institute for the Studies of Art, Dr. Boris Nikolsky, who worked initially on the history of linguistics. That was the topic for his PhD. Afterwards, he switched to philosophy and made, for instance, an extensive commentary on the Finibus inversion. And then he switched, or came along, to literature and especially tragedy. And now he just had the finish of preparing his book on Hippolytus. Please. Я сделал такое, два таких предварительных замечания, которые в тексте. Собственно, то, что я сегодня хочу предложить, это интерпретация Алкеста и Еврипида. И эта интерпретация будет основана на двух положениях или предположениях, таких своего рода интуитивных гипотезах, которые невозможно доказать с помощью какого-то ограниченного набора аргументов, а справедливость, правильность или неправильность которых должна стать более-менее очевидной из всей работы как бы в целом. Если они оказываются плодотворными, то значит их можно принять. Если не плодотворными, то их нужно отвергнуть. Эти гипотезы кому-то покажутся совершенно очевидными, но я предполагаю, что здесь есть те, у кого они вызовут некоторые сомнения. Значит, первое заключается в том, что трагедия Еврипида обладает сложной, продуманной и при этом целостной структурой, в которой все элементы взаимосвязаны. И во-вторых, что эта структура выражает некий смысл. И вот по этому пути от описания структуры и конструкции смысла я и буду двигаться в своем докладе. Сюжет Алкесты состоит из двух частей, или вернее движется в двух противоположных направлениях. С одной стороны, жертва Алкесты, ценой которой куплена жизнь Адмета, погружает мир драмы в атмосферу боли и страданий. Алкест умирает, Адмет несчастен. С другой стороны, победа Геракла над божеством смерти в финале трагедии возвращает жизнь Алкесте и дает счастье Адмету. Все критики, желающие объяснить смысл Алкесты, сталкиваются с проблемы, как объединить в одной интерпретации эти два разных движения к несчастью и к радости. Курт фон Фриц, автор одного из наиболее влиятельных исследований Алкеста в 20 веке, видит в этих противоположных движениях иронический контраст между счастливым сказочным миром мифа и мрачной и жестокой реальностью человеческой жизни. По его мнению, главным персонажем трагедии является Адмет, и в мрачной части, которая, по мнению фон Фрица, продолжается почти всю пьесу, Адмет неизменно заслуживает осуждения. Он принимает жертву жены, так и не осознает в полной мере, даже после ее смерти, свои ошибки и вины, занят лишь собственными страданиями и озабочен только собственной репутацией. Гостеприимство, которое он оказывает Гераклу, тоже не делает ему чести, поскольку нарушает траур, тем самым он предает память Алкесту. Ну вот, эту самую мрачную линию, смысл ее так более или менее можно объяснить тогда. Адмет, который соглашается принять жертвоприношение, самопожертвование своей жены, тем самым оказывается нехорошим. Но почему же тогда этот самовлюбленный герой в конце концов удостоился избавления от несчастья и получил назад свое Алкесту? Как считает фон Фриц, Адмет не заслужил этого несчастного финала, и к окончанию истории вообще не стоит относиться всерьез. Лишь основная часть драмы, выявляющая нравственное ничтожество Адмета, представляет мир подлинный. Этот мир разительно отличается от традиционной фантастической сказки о самопожертвовании и чудесном спасении, скрывающей от нас настоящую нравственную реальность истории Алкеста и Адмета, а именно низость мужа, согласного на жертву своей жены. В финале трагедии, по мнению фон Фрица, Еврипид возвращает нас в сказку, но с тем лишь, чтобы выявить контраст между ее идеалистическим оптимизмом и мрачным реализмом его собственной трактовки мира. У этой интерпретации есть серьезные слабости.
Во-первых, в ней явно совершенно недооценена композиционная роль второй счастливой линии. Финал случился не вдруг, он готовился заранее с первого появления Геракла, то есть почти с самого начала пьесы. Как заметил Гаспаров в своей статье «Сюжетосложение для греческой трагедии», оба сюжетных движения, ведущих одно к смерти и погребению, а другое к возвращению Алгесты, происходят на протяжении всей драмы, переплетаясь между собой. Едва ли можно поэтому сводить значение счастливой линии, которая является неотъемлемой и органичной частью всего действия пьесы, только к контрастному оттенению мрачной реалистической части. Сложно согласиться и с тем, как Курт фон Фриц толкует образ Адмета. Обычно в трагедиях отрицательных персонажей осуждают прямо, или хор, чье отношение в целом отражает отношение, ожидаемое автором от публики, или положительные персонажи. Здесь не происходит ничего подобного. Даже наоборот, и хор, и Геракл только сочувствуют Адмету и восхваляют его добродетель. Не упрекает своего мужа и Алкеста. Обвиняет Адмета, причем в агоне, в момент ссоры, только его отец, Ферет, самый безусловно отрицательный персонаж, чье малодушие, себелюбие и цинизм подчеркиваются неоднократно. Конечно, сложно поспорить с тем, что Адмет помнит о своей репутации. Похоронив Алкеста и вернувшись к себе в дом, он с горечью отмечает, что его доброе имя теперь под угрозой, что недруги могут представить его виновным в ее гибели. Конечно, Курт фон Фриц прав в том, что Адмет не забывает о своих страданиях. Однако, как верно подчеркнула Дейл, автор лучшего до сегодняшнего дня комментария к Алкесте, в греческой трагедии слова персонажей крайне редко можно трактовать как проявление их скрытых психологических качеств. Значительно чаще слова отражают то, что Дейл назвала ситуационной риторикой. Автор вкладывает в уста персонажа такие речи, которые более всего в данной ситуации способны убедить публику в правоте героя и пробудить в ней сочувствие к его положению. Поэтому, когда Адмет сожалеет о своей доброй славе и вновь напоминает нам о своем несчастье, эти его реплики должны иметь на нас самое непосредственное воздействие, заставляя скорее верить его отчаянию и сопереживать его горю, нежели думать о стоящем за ними эгоистичном и самовлюбленном характере. Вообще, что касается возможности оценивать Адмета, то я бы согласился здесь с точки зрения Дейл, утверждавший, что из всех персонажей Алкесты Адмет менее всех обладает сколько-нибудь очерченным характером. Прочие персонажи имеют вполне определенные качества, необходимые для сюжета. Алкеста – это жена, готовая к самопожертвованию. Ферет – эгоистичный отец, Геракл – любитель поесть и выпить, и в то же время бесстрашный герой. Адмета же Эврипид наделил разве что только благочестием Гусиотес, который упоминается в начале, и почтительностью, или уважением к другому человеку, Айдос, теми чертами, которые позволяют ему водить дружбу с Аполлоном и заставляют его принять к себе в гости Геракла. В остальном Адмет должен интересовать нас не своими качествами, не характером и не поступками, а событиями, которые он переживает, и положениями, в которых он оказывается. То есть не этосом, а патосом. Вслед за Дейл на этот очевидный факт обратила внимание и Джастин Грегори. И ей удалось, точнее, вернее, по сравнению с фон Фрицем, объяснить вот эту мрачную линию трагедии. Вследствие удивительного дара Аполлона, избавляющего Адмета от смерти, важнейшие категории, определяющие и оформляющие человеческую жизнь, становятся размытыми, теряют свою безусловную однозначность и смешиваются со своими противоположностями. Происходит утрата разграничений, как это назвала Дейл. Первая пара таких категорий – это жизнь и смерть. Граница между жизнью и смертью исчезает сначала в положении Алкесты с наступлением назначенного дня ее смерти. Жива ли еще Алкеста или уже нет, таким вопросом задается хор на протяжении почти всего хорода. Ответ он получает в начале первого эпизода. По словам служанки Алкесты, госпожа сразу и жива, и мертва. Кайдзосен, эйпейн, кайтанусен, эстисой. Ты можешь назвать ее и живущей, и умершей. 141 стих. Поскольку она слаба, поникла головой и вот-вот испустит дух, и поскольку ее гибель предрешена. В начале второго эпизода зрители сами убеждаются в промежуточном положении героини между двумя мирами. Алкеста выходит на оркестру, чтобы в последний раз увидеть дневной свет, но перед ее глазами встает перевозчик душ мертвых Харон, который торопит ее в свою лодку, и бог смерти, который тянет ее в подземное царство.
Мотив двойственного положения Алкесты звучит затем и в следующем третьем эпизоде, уже после ее смерти. К Адмету приходит Геракл, опасаясь, как бы Геракл из уважения к Травору не отказался от его гостеприимства, Адмет скрывает от него смерть жены и на вопрос, жива она или нет, отвечает и да, и нет. «Эстин ты кукет эстин, она есть, ее нет», объясняет этот ответ тем, что она обречена. Для самого Адмета жизнь и смерть также постепенно становятся одним. Жизнь без Алкесты ему кажется равносильной смерти, что выражается повторением обычного формулы оплакивания слова «Аполеон» – «Я погиб». Адмет решает до конца своих дней соблюдать траур по жене, отказавшись ото всех радостей жизни и тем самым уравняв свою жизнь со смертью. В то же время умершая Алкеста останется для него словно живой. Он намеревается положить на брачное ложе ее статую, обнимать ее, называть ее по имени, так что ему будет казаться, что он, хоть и не обладая, обладает ею. Алкеста будет являться ему во сне, и после своей смерти он соединится с нею в их общей могиле. То же самое драматическое развитие, которое стирает границу между жизнью и смертью и несет Адмету несчастье жить жизнью худшей, нежели смерть, оно же способно поставить под сомнение и его репутацию. Конечно, объективно Адмета отличает одно только качество – благочестие, гусиотес, в награду за которое он получил свой дар от Аполлона. С начала до конца драмы Адмет остается положительным персонажем, и симпатии и сочувствие публики должны быть на его стороне. В то же время, однако, в силу сложившейся ситуации Адмет начинает постепенно выглядеть эгоистом, виновным в смерти Алкесты и требующим самопожертвования от родителей. В агоне с Феретом Адмет упрекает отца в том, что тот, несмотря на пожилые годы, предпочел сохранить свою жизнь и потому вынудил умереть Алкесту. Когда немногим ранее те же упреки Ферету перед смертью произносила Алкеста, они казались справедливыми, однако когда они исходят от Адмета, который, собственно, остается жить и который требует жертвы ради него самого, они бросают тень на его собственную нравственную позицию. Ему нечем отразить обвинение, которое в ответ предъявляет ему Ферет. «Сюгун анайдос диемаху тометане», что 94-й стих, да, здесь есть на экране. «Ты сражался за то, чтобы жить, потеряв всякий стыд», анайдос. Употребляемое Феретом слово «анайдос» – «бесстыжий» – создает перекличку с однокоренным ему словом, которое описывало главную добродетель Адмет, собственно, «айдос» – «стыд» или «почтительность». Эта перекличка подчеркивает, что добродетель героя, заслужившая ему милость и дар от Аполлона, ведет в конце концов к ее отрицанию и бесстыдству. Подобно тому, как жизнь для Адмета превращается теперь в смерть, так и его айдос оборачивается своей противоположностью. Можно согласиться с фон Фрицем, когда он отмечает нравственную уязвимость положения Адмета. Только проистекает она, вопреки его мнению, не от ущербности его характера, а от самой ситуации, в которую ставит его дар Аполлона. Слабость своего положения осознает в конце концов сам Адмет, вернувшись после похорон Алкесты в свой опустевший дом. Он понимает, какие упреки могут теперь бросить ему его недоброжелатели. По его вине умерла жена, он желал смерти родителей. Выходит, что самопожертвование Алкесты, призванное спасти Адмета, на самом деле лишает его и счастья, и доброго имени. Какой толк мне теперь жить, друзья, в бесславии и несчастье? Кокос в клёнте, как кокос в попроготе. 960-961 стихи. Итак, мрачная линия Алкесты представляет собой движение к двусмысленности и парадоксам. Жизнь оказывается подобной смерти, добродетельный Адмет оказывается бессовестным виновником смерти жены, подвиг Алкесты лишается своего спасительного смысла. Какое значение может иметь такое развитие действий? Джастин Грегори полагает, что причина этой утраты разграничений в том даре Адмету, которого Аполлон добился от богини судьбы, то есть возможности избежать смерти. И отсюда Грегори выводит главный урок Алкесты. Человек не должен противодействовать, противостоять своей судьбе, необходимо ведущей его к смерти. Но теперь, как и фон Фрицу, Грегори приходится как-то соотнести со своей интерпретацией этой мрачной линии историю спасительного вмешательства Геракла и счастливой конец.
В отличие от немецкого ученого, однако, она отрицает смысловой контраст между двумя частями и видит пьесу как органическое целое. А потому ей приходится найти тему неизбежности смерти также и в финале, где, кажется, смерть, наоборот, преодолена. Чтобы вычитать этот смысл, Грегори предлагает совсем невозможное и абсурдное истолкование финальной сцены. По ее мнению, спасение Алкесты означает возвращение к естественному ходу вещей, то есть вновь к неизбежной смерти Адмета. Алкеста спасена, но за это Адмет теперь должен умереть. Как мне кажется, нет нужды опровергать эту точку зрения. Разумеется, в тексте драмы нет и намека на возможность такого развития событий. Напротив, совершенное счастье, которое царит в конце, возможно лишь постольку, поскольку Адмет и Алкеста продолжат жить вместе. Очевидно, что сколько-нибудь обоснованная интерпретация Алкесты невозможна без правильного определения этих двух ее частей и объяснения отношений между ними, то есть без описания структуры пьесы, к которому я сейчас и перейду. Действие Алкесты складывается из четырех событий или четырех поступков. Первое из этих событий предшествует, собственно, действию пьесы, но неоднократно упоминается в ней и в большой степени определяет все ее сюжетное развитие. Это благочестивое обращение Адмета с Аполлоном, когда тот волею Зевса должен был пойти к нему в услужение. Второй поступок – это жертва Алкесты. Третий поступок – гостеприимство, оказанное Адметом Гераклу, несмотря на траур по Алкесте. И четвертый поступок – это подвиг Геракла, победившего смерть и вернувшего в дом Адмета Алкесту. Эврипид наделяет все четыре поступка схожими характеристиками, применяя к ним одни и те же повторяющиеся слова. Каждый поступок требует от персонажа дерзания, тольме или глагол тлены, который в равной степени применяется и к Алкесте, и к Адмету, и к Гераклу. Все четыре поступка свидетельствуют об исключительной доблести героев, в котором применяются повторяющиеся эпитеты «единственный», «монос», «лучший» – «Аристос» или «Аристе» – «Алкесту», «благородный» – «Геннадиус». Эти четыре события, с одной стороны, складываются в единую сюжетную канву. Все они в той или иной степени способствуют наступающей в конце драмы победе над смертью и несчастьем. Но в то же время этот общий ход пьесы разделяется на два частично противоположных движения, каждый из которых включает по два события. Первое движение – общение Адмета с Аполлоном и жертвы Алкесты – связано с вмешательством Аполлона, которого оказывается недостаточно для торжества жизни и счастья, и которое, в конце концов, ведет к двусмысленности, к горе и к смерти. Второе движение, встреча Адмета с Гераклом и подвиг Геракла, заканчивается избавлением ото всех бед и ничем не омраченной радостью. Два сюжетных движения находятся в отношениях контрастного параллелизма. Аналогии между ними зиждется на сходстве основных фактов и функций персонажа. Обе линии ведут к перемене в судьбе Адмета, и эти перемены проистекают от его гостеприимства. В обоих случаях Адмет проявляет исключительную почтительность к посетителю его дома, в благодарность за что посетитель дарит ему жизнь. В первом случае, когда он принимает у себя Аполлона его собственную жизнь, а во втором случае, когда он принимает Геракла, жизнь его жены. Сходство роли гостеприимного хозяина, в которой выступает Адмет по отношению и к Аполлону, и к Гераклу, является вообще главной темой всего третьего стасия. Вместе с тем эти две линии и контрастируют друг с другом, так как помощь Аполлона ведет к неизбежной смерти Алкесты, что оказывается для Адмета ничуть не лучше его собственной смерти, а помощь Геракла Алкесту спасает. Первое сюжетное движение погружает мир драмы в ту амбивалентность, о которой было сказано выше, а второе движение, оно рождается внутри этого амбивалентного мира. И, в конце концов, оно разрешает амбивалентность и кризис трагической первой части. Поскольку структура Алкесты определяет параллелизм и контраст двух драматических движений, то именно здесь, в отношениях между ними, следует искать разгадку главной темы произведения. Противоположность этих двух линий создается, конечно, не тем, что сначала Адмету напрасно дарят жизнь, а затем забирают ее назад, восстанавливая естественный ход вещей, как предположил Грегори. Причина трагического развития первой мрачной линии в том, что Аполлон не смог подарить Адмету жизнь без всякой платы. Он смог лишь выкупить его жизнь ценой жизни Алкесты. Переход к счастью происходит от того, что всякий обмен прекращен,
Геракл не выкупает жизнь, но просто захватывает ее, одерживая над смертью и необходимостью не частичную, а полную победу. Различие между двумя линиями, как мы видим, кроется прежде всего в фигурах самих спасителей. Контраст между Гераклом и Аполлоном является структурным и смысловым центром драмы, и именно его интерпретация должна дать ключ к истолкованию всей драмы в целом. О важности этого контраста говорит и тот факт, что, по-видимому, именно Эврипид впервые ввел в традиционный сюжет образ Геракла, то есть преобразовал сюжет, самостоятельно создав противопоставление Аполлона и Геракла. Некоторые объяснения мы находим в самом тексте Алкеста. Во-первых, Аполлон – бог, а Геракл, по крайней мере, в Алкесте – человек. Это отличие Геракла подчеркивает сам Аполлон, когда в прологе предрекает его приход и грядущий поединок со смертью, спасающий Алкесту. 65-й стих здесь есть на экране по-гречески. Такой человек придет к дому Ферета, со словом «манер» в конце стиха. У Эврипида боги обычно подчиняются главному закону, управляющему мирозданием, закону компенсации, согласно которому всякое нарушение установленного баланса и в природе, и в человеческой жизни непременно требует возмещения. Например, применительно к моральной сфере он означает неизбежность наказания, возмездия за каждый проступок. Следуя этому закону, боги всегда мстят, не будучи способны не прощать своих обидчиков, не избавлять от наказания своих выборов. Любимцев, обидчиков других богов, как, например, в Андромахе, в Ипполите или в Вахангах. С перечисления случаев этого закона компенсации, собственно, начинается пролог Алкеста. Аполлон рассказывает здесь целую историю последовательных актов отмщения и возмездия. А именно, Аполлон был наказан службой у Адмета за убийство циклопов, являющейся местью Зевсу за убийство сына Аполлона Асклепия. И все это вместе происходило от того, что Асклепий спасал людей от смерти и этим нарушал естественный порядок в мире. Вслед за этим рассказом в прологе Аполлон сообщает о своем даре Адмету, избавлении от смерти, но, как мы сразу же узнаем, и здесь остается в силе все тот же закон компенсации. Жизнь Адмета должна быть оплачена жизнью другого близкого ему человека, иначе смерть лишится причитающейся ей доли. Аполлон пытается убедить смерть отказаться от такой платы и оставить в живых не только Адмета, но и Алкесту, но он бессилен против этого закона возмещения. Кстати, в первой трагической линии Алкесты можно увидеть своеобразное переворачивание трагедии божественного возмездия, такой, как, например, Аякс, Ипполит или Вахранки. В трагедиях этого типа кризис создается вследствие начального юбриса героя против богов, за который герой терпит наказание. В Алкесте герой проявляет вместо юбриса, наоборот, его противоположность, хосиотес, почтительность и айдос. Получает за это не наказание, а награду. Но вследствие все того же закона обязательного возмещения, награда все равно приводит к трагическому кризису. И только человек, Геракл, может приступить этот закон, подобно тому, как в других трагедиях Эврипида, в Андромахе и в Ипполите, только люди оказываются способны преодолеть моральный закон возмездия, требующий обязательной мести за обиду. Есть еще одно, второе отличие Геракла, которое также называет сам Аполлон. Предсказывая приход героя, Аполлон говорит, что он победит смерть силой. 69 стих. Он отберет эту женщину силой. Биа гюнайка тендес сексайресетай. Биа, да, силой. В то время как сам Бог способен действовать только мирно, с помощью убеждений, поэтов. Эту свою особенность Аполлон все время подчеркивает в сцене столкновения с Богом смерти в прологе. Когда смерть, пришедшая за Алкестой, видит Аполлона, она выказывает недовольство его луком, опасаясь, что тот может применить силу. Однако Аполлон успокаивает своего противника, заверяя его, что будет прибегать только к словесным аргументам о том, на чьей стороне правда. 38 стих. Тарсы, дикентой кай, лобус кет мусеку. Не бойся, у меня только правда и разумные речи. Аполлон напоминает, что и для самого Адмета он добился жизни, а отнюдь не силой. 44 стих. Но и его, Адмета, я отобрал у тебя не силой, упрос бья. Несколькими стихами ниже он высказывает сомнение, сможет ли он убедить бога смерти. У Гароида... «Ан эй пэй саймисэ», то есть говорит про пэйто.
И признает при этом, что если не сможет убедить, то придется тогда отказаться вообще от всяких попыток спасти Алкест. Геракл, напротив, использует физическую силу своих рук. Его поступки определяются словами «битва», «сражение», «мах» и «огон» и «рука» — «хей». Когда он принимает решение спасти Алкест, он обращается с призывом к своим рукам. «Намного отважившееся сердце и рука моя», — говорит он. «Хей, Рене». Руками он схватит бога смерти и не выпустит его из своих объятий, пока тот не отдаст ему Алкесту. Однако оба указанных различия между Гераклом и Аполлоном, названные в тексте, сами по себе мало что проясняют. Если не учитывать еще одного смысла этих двух образов, уже смысла не литературного, а вне литературного, не высказанного прямо в тексте драмы, но очевидного для зрителей, смысла религиозного и политического. Сближение и сопоставление их в одинаковой роли спасителей в Алкесте вообще оказывается возможным, поскольку и Геракл, и Аполлон могли выполнять полисе одну и ту же функцию – быть Алекси какой, защитниками от несчастья. В то же время они должны были олицетворять разные способы избавления от бед. Аполлон – мирный, интеллектуальный и политический, а Геракл – связанный с применением физической и военной силы. Например, когда Геракл изображается в обществе девяти муз, как на рельефе из Национального музея Афин, в такой композиции, очевидно, следует видеть идею взаимодополняющего сочетания интеллектуальной и физической культуры в жизни города, как про это писал еще Фадуэль. Позднее, уже в римскую эпоху, в 189 году до н.э., римский полководец Фульвий после взятия Амбракии возвел в Риме алтарь Геркулеса и Муз. И по словам Цицерона, этот алтарь должен был свидетельствовать о том, что полководец-победитель почитает также и мирные искусства. То есть Геркулес и Музы символизировали здесь сочетание военной силы и мирных занятий. В Алкесте не раз вспоминают об аполлонической интеллектуальной культуре, и всякий раз в связи с сожалениями о невозможности преодолеть неизбежность и победить смерть. Вообще, по сути дела, такова тема всех хоровых частей Алкеста. «К каким оракулам не обращайся, Алкесту не спасти», — говорит Хорт Пародий. Единственный был спаситель от смерти сын Аполлона, врач Асклепий, но его поразил своей молнией Зевс. В четвертом стасиме Гор перечисляет самые разные искусства и знания, философию, эзотерическую, орфическую религию, медицину, заявляя о бессилии их всех перед неизбежностью смерти. Значение всех этих высказываний, конечно, не в том, чтобы вообще утвердить необходимость смерти, как полагают некоторые критики, они создают контраст ограниченности Аполлона, то есть мирных средств, со способностью Геракла, то есть военной силы. Когда интеллектуальное и мирное начало бессильно и вынуждено отступить, одолеть несчастье может только физическая военная сила. Очевидно, что такой смысл далеко не всегда может быть актуален. Например, в «Безумном Геракле» в том же образе Геракла подчеркнута напротив слабость военного начала, легко становящегося необузданным и неуправляемым. Поэтому можно предположить, что постановка Алкеста была приурочена к какому-то конкретному событию, к какой-то ситуации, в которой мирные способы оказались недостаточны и пришлось применить силу. Алкеста была поставлена в 438 году. В целом для Афин это время, это лучшие годы правления Перикла, было временем мира и спокойствия. Однако незадолго до постановки пьесы случилось событие, заставившее афинян прибегнуть таки к военной силе. Остров Самос, союзник Афин по Делосскому морскому союзу, но сохранявший автономию от Афин и аристократический строй, в 440 году вступил в войну с соседним демократическим Милетом, также участником Делосского союза. Милетцы вместе с самосскими демократами обратились за помощью в Афин. Сначала Афины предложили решить конфликт мирным третейским судом. Власти Самоса отказались. И тогда в конфликт вмешался Афинский флот. После довольно продолжительной войны и долгой осады в 439 году Самос капитулировал, и Афины установили на нем подконтрольное им демократическое правление.
Если Алкеста отсылает к событиям этой войны, то образ Аполлона получает совершенно конкретный политический смысл. Аполлон особо почитался на Делосе, считавшемся местом его рождения, и был главным божеством-покровителем Делосского союза, в который входили и Самос, и Милет, и Афина, и именно членство в котором и побудило обратиться за помощью в Афину. Именно благодаря этой своей функции, кстати, Аполлон и его культ получают в V веке особое значение и в самих Афинах. Поэтому он может символизировать политическую организацию Делосского союза. А его способ поведения в пьесе, убеждение и стремление остаться в рамках существующих законов, попытки союзников решить конфликт посредством Третейского суда, вмешательство Геракла, который прибег к силе, приступил законы, благодаря чему только и стало возможно спасение, должно в таком случае означать вмешательство афинского войска, оказавшего помощь самосским демократам и Милетам. Предложенное объяснение содержания Алкесты может быть, конечно, только гипотезой. Однако мне кажется несомненно, что эту трагедию, как, возможно, и другие афинские драмы V века, следует толковать в символическом смысле и в связи с конкретными событиями современной и политической жизни. Критики нередко ищут в трагедиях отсылок к политическим событиям, и этот путь исследования, в общем, представляется мне правильным. Но нужно только заметить, что трагедия содержит не просто отдельные частные политические аллюзии, но всей своей структурой в целом выражает смысл, актуальный для жизни государства. Политическое событие задает тему, для которой автор находит символическое выражение в мифологическом сюжете. Поскольку мифы, используемые в трагедиях, повествуют обычно о человеческой жизни, то естественно, что трагедия, помимо своей центральной, сиюминутной политической темы, получает дополнительные смыслы, которые могут быть общечеловеческими, вневременными, более глубокими и более интересными для нас. Главная тема Алкесты, необходимость применения военной силы, могла быть актуальна только в момент ее постановки. Актуальность ее может возрождаться лишь от случая к случаю, при возникновении схожей политической ситуации, например, знакомой нам повторяющейся ситуации, когда Соединенные Штаты вынуждены наносить военные удары после тщетных попыток ООН разрешить тот или иной кризис мирным путем. С другой стороны, вторичный общечеловеческий смысл, амбивалентность счастья, купленного ценой жертвы, и амбивалентность самой жертвы, актуален всегда. И именно он оказывается главным в современных постановках Алкесты в театре, как, например, в Аполлонии Кшиштофа Варликовского. Тем не менее, нам необходимо ясно представлять себе и тот сиюминутный политический смысл, так как именно он задает структуру драмы, и без него, с моей точки зрения, невозможно понять ее художественную цену. Интерпретация трагедии — это как раз полностью то, что заявлено в нашей теме. Спасибо особенное. У нас есть вполне время для вопросов. Тамара Кудна. Доклад Бориса Михайловича вызывает такое количество вопросов, что я думаю, что все я задам, поскольку доклад очень интересный и действительно великий такой автор, по которому можно очень много говорить. Борис Михайлович не первый раз нам предлагает свою концепцию. Я постараюсь сократить. Значит, у вас прозвучало несколько утверждений, которые, на мой взгляд, вы должны были прокомментировать. Например, утверждение, что в словах трагического героя нет психологического содержания, а есть только риторическое. Вот что вы имеете в виду? Потому что вы это мне не оспариваете, или вы с ним солидарны. Значит, если Орест плачет в трагедии с Хилом, он плачет, спрашивает, откуда эти слезы, и актер, который играет, вот там нет психологического содержания, там есть только риторическое. Да? Мой вопрос не таких примерно почему. Это первый вопрос. Теперь, что касается структуры самой трагедии. Гаспаров там выделяет 6 частей. И он объясняет, почему 6, а не, например, 3. Он говорит, 6 основных действий есть контрастные. То есть основное действие контрастное. И после того, как он сам это выделил и показал элементы каждого действия, он задает вопрос в конце, на который не отвечает. Я очень надеюсь, что на него ответит его. Он говорит, а связана ли структура с другим жанром? Что может быть все-таки жанр другой, поэтому и структура другая. И дальше он опять спрашивает, а какой это может быть? И он говорит, а может быть это сатировское, может быть это влияние сатировской драмы? Вот это я хотела, чтобы вы прокомментировали. Ну и, конечно, что касается утверждения, что боги значит, не избавляют от наказания, а только мстят. Ну так, конечно, может показаться. Но, например, Ареста с Электрой они спасают. Лекарство это ведет.
они в этом функции Deus Ex Machina тоже. Не сводятся только функции вместе. Но вот главное мое утверждение, главный мой вопрос, вот с этим и с формулировками, когда мы говорим, что политический смысл. Понимаете, ну, в моем сне нет политического смысла. Политический контекст в жизни, он, видимо, предполагал. Вот политический смысл и контекст событий – это несколько разные вещи. Понимаете? Вот я не нахожу политического смысла в связи с экспедицией на самом деле, с военной, никак. А контекст, может быть, что-то было бы для афинской публики уточняющим. Вот как бы вы эту формулировку начерпнули? Спасибо большое. Наверное, по одному, да? По одному вопросу. Я тут Аня? Ты по одному будешь переводить. Да? Окей. Да. Значит, первый про... Про психологию и риторику. Да. Okay, so there were four questions, basically, so they will be answered in turn, and I will translate in turn, okay? So the first question was concerning the idea of psychology versus rhetoric in application to tragic hero. Да, значит, я здесь имел в виду, собственно, то, что имела в виду Дейл в своем предисловии к Алкесту, точка зрения, с которой я абсолютно согласен. Она заключается не в том, что вообще ни у каких реплик, ни у каких слов персонажа не может быть никакого психологического смысла. Она заключается в том, что в них не может быть скрытого психологического смысла. Разница в чем? Когда, например, персонаж, Адмет, говорит, ой, я страдаю, ой, я несчастен, мы должны думать о том, что он действительно несчастен, а не искать за этим второго плана, думать, что он такой эгоистичный, который все время говорит про свое несчастье. В силу вообще риторического характера античной культуры, для них гораздо проще было сказать, а я несчастен, чем для нашей культуры. Вот это вот первое. Okay, the answer is that saying so and following Dale, Dr. Nikolsky meant that we don't have not we do have some psychological sense in the words of the characters, but we don't have their hidden psychological meaning. So when a person says that he is distressed, and that's it doesn't mean anything beyond. That's specific feature of Greek rhetorical culture. Then second question. Returning to Gasparov's paper, he distinguished within Alcestis six parts connected with each other, but he was asking at the end of the paper, without answering it, whether this strange composition of Alcestis deals with some other generic form, like, for instance, like satiric drama. Да, вот здесь за этот вопрос я очень благодарен Тамаре, потому что, собственно говоря, рассуждение о структуре Алкеста в связи с влиянием сатировой драмы было изначально частью этого доклада, просто в силу ограниченного времени, а также, поскольку это немножко нарушало композиционную целостность моего доклада, я ее исключил, и поэтому сейчас есть повод сказать про это несколько слов. Значит, что касается Гаспарова, он действительно выделяет шесть частей, которые все расписаны на две вот эти вот сюжетные линии, сюжетные движения, про которые я здесь все время говорил, про мрачное и светлое, он это называет основное и контрастное, но как бы что из них является основным, это они в принципе равноправны, и часть из одного движения потом сменяется частью из второго, потом опять часть из первого, опять часть из второго. Это то, что я имел в виду, когда ссылался на Гаспарова, говоря про переплетение этих двух сюжетных линий с самого начала трагедии. Что касается влияния сатиры и драмы. С моей точки зрения, Алкеста вообще наполовину играет сатиры и драмы. Я довольно подробно сегодня рассказывал про создание трагического кризиса и трагической амбивалентности. В свое время в докладе про Циклопа
Я немножко рассуждал об амбивалентности, присущей сатировой драме, другой форме, другом типе амбивалентности. И я бы их назвал так. Амбивалентность в трагедии – это амбивалентность динамическая, которая создается в ходе действия, когда некоторые понятия, которые с самого начала кажутся совершенно очевидными и обычно позитивно окрашенными, в течение действий меняют свой смысл на противоположный. Ну, как, например, в Ипполите понятие «айдос», как здесь жизнь, которая превращается в смерть. И так вообще строятся трагедии довольно часто. Я бы сказал, что все трагедии по такому принципу построены, но это довольно характерно для жанра. В Медее, скажем так, себя ведет понятие дружбы, филии, потому что вначале вроде бы это понятие звучит, как всегда, позитивно, как бесспорная нравственная ценность, в самом начале, когда Медея обращается к каримским женщинам. Но потом, когда она начинает инструментально использовать дружбу для, наоборот, для разрушения филии, тем самым это понятие оборачивает своей второй стороной. Что касается сатировой драмы, то ну, в ее единственном примере, который у нас есть, в «Циклоне», присутствует амбивалентность, которую я бы определил как амбивалентность статическую, амбивалентность, заданную с самого начала. И в «Циклопе» она выражена разными персонажами. Две главные темы «Циклопа» — это темы... я быстро, чтобы объяснить суть, уже ванечка. Значит... Два главных мотива циклопа – это мотив дружбы филии и мотив свободы – элеутерии. И оба эти понятия, они окрашиваются в разные тона, когда ими наделяется, с одной стороны, Одиссей, с другой стороны, Селен Сатир. В Алкесте такой характер амбивалентности присутствует внутри одного персонажа, в фигуре Геракла, который, с одной стороны, вот, обжор и пьяница, но, с другой стороны, великий герой. И именно эта Гераклова амбивалентность, которую я бы назвал амбивалентностью сатирической, она избавляет мир драмы от амбивалентности трагической. И это похоже на то, что происходило тогда внутри всей тетралогии при... То есть вы согласны с Каспаровым? На его вопрос вы отвечаете утвердительно. Ну да, чтобы его вопрос, отвечаете. Okay, just to make it a little bit shorter, I think, sorry for that. So the answer is that, first of all, thanks for the question, because that was a part of the paper that Dr. Nikolsky has thrown away for the sake of time. He thinks that there is a certain influence of satirical drama in the Alcestis, or even Alcestis could be called half satirical drama. To make the reason for that rather short, there is a certain kind of ambivalence and crisis in Alcestis that reminds of the ambivalence of this satirical drama. There is a difference between ambivalence in tragedy and ambivalence in satirical drama. According to Dr. Nikolsky, the ambivalence in tragedy is could be called dynamic when some notions change their meaning in the course of tragedy. In the satirical drama, in Cyclops, we can say that this ambivalence is somehow static by ascribing some notions to ambivalent characters, and that's the kind of ambivalence we have in the Alcestis with Heracles. So that's why Heracles solves, in a sense, ambivalence of tragedy by ambivalence of satirical drama. So the next question is. Professor Tiperik doubts whether we can speak about political meaning and political sense of drama or political context of drama, she thinks that that's different things.
Ну, здесь я просто не очень понимаю вопрос. Я не очень понимаю. У вас было утверждение, что в этой трагедии есть политический смысл. Ну, это не просто утверждение, это как бы то, к чему я вел в докладе полностью. Вот у меня это очень большое сомнение, потому что экспедиция на Самосе, понимаете, она и для было в то же самое время были и трагедии Сокола, которые, кстати, участвовали в этой экспедиции. Я не понимаю, почему. Влияние и политические нет, политические считаю, события да. влияют. Для меня, например, проблема политической ситуации в стране, проблема легитимности власти, может быть, повлияла на мою трактовку этого сна. Она сопокла его ситуацию. Но это не значит, что есть политический смысл. Правда, в моем выступлении его сопокла, понимаете? Тамара всегда права. Я бы сказал так, что... С моей точки зрения, как раз то, к чему, собственно, я и вел в этом докладе, и тот вывод, к которому я постепенно прихожу в своих занятиях трагедии, хотя я начинал совершенно с другого, с поисков чисто литературных смыслов. С моей точки зрения, я бы сказал так, всякая трагедия имеет очень конкретный политический смысл. Дело в том, что трагедия – это не книжка, которую афиняне читали перед сном, чтобы узнать, чтобы подумать что-нибудь о высоком. Они приходили в театр, они собирались в театре, так как в народном собрании. И повод для этого собрания вполне как бы естественно, чтобы этот повод, это был повод, объединяющий всех. Это, я думаю, что это вообще всегда должно было быть какое-то конкретное политическое событие. Может быть. Иногда это было не конкретное событие, а некоторая общая политическая идея, объединяющая полис, вроде, например, там, эпиэйкия, которая является главным понятием эпалии. Вот, вот это то, что я говорил не про контекст, а именно про смысл. So the answer is that starting the tragedy with the idea of looking for literary, pure literary motives, Boris readily came to the idea that any Greek tragedy, every Greek tragedy deals with politics and has some sort of deep political sense, because that's the reason that gathered together Athenians in the theater. It could be sometimes not the concrete, particular political event, but just the general political idea. But in any case, politics played the crucial role. Okay, so just to be fair, но я хотел, поскольку я нисколько не классик, обратиться к вопросам чрезвычайно далеким, как и от актуальной политики Афин, так и от склонности Соединенных Штатов считать свой образ жизни наилучшим для всех, а как раз к аспектам чрезвычайно дальнего времени. Да, Алкеста и то, что вы совершенно справедливо выделили как основную божественную идею в ней, то есть идею, которую высказывают боги, говорит о самым древним известным нам принципе, который формулирует в мифе об Инании и Думузе подземные, даже еще нет богов, демоны Гала, говорят, ты не выйдешь отсюда за голову голову.